Всем привет, с вами ваш робопингвин или Борисовский Сибирочка. Мы продолжаем играть в Рубяшок. Сейчас продолжим тоже миссию. С вами мы сыграли Адам, сыграли Стучек. Я постараюсь это быстро сделать. Да, что это было жутко. Я помню прошлую серию, она была неделя жутко. Да, он, да, сестричек, как сказать, убить, он так сказать, но, да, О, хорошую позицию для обстрела. Вот ангел. Я вижу, красавица. Ангелы помнят маму. Это кто она? Сейчас давайте, наверное. Этот ангел одинок? Не-не-не, дробовичком. Самое главное, дайте по максимуму. Я увидит тебя, где бы ты ни был. Я прощение невинных. Как ты можешь? Хотя бы в пойдем, говорю. Почти. Сейчас по мне денежек, аптечка. Вот, а я сейчас парочку убивал. Плакать. Ты всегда спасаешь и, меня. Вот жалко, что она его не высадила. Вообще. О, я слышу большой покой. Совсем неплохо. Оригинальный. Чего обманывать? О боже. Меня добраться, папа. Все, возьми. Так, какой набор? Есть ли у меня? О, у меня есть Адам. Давайте хорошо. Вот бы аптечку. Аптечек нет, да? Есть только патроны. Пробуем еще раз. Здесь рядом Адам. Я бы заказал себе много ленточек. Ребенок, дайте мне! Главное, агрессивность. Держаться, пока она собирается. Пускай она на нее бегает. Адам я собрал. О, прикольно, я первый раз купил. Говорил тебе! Собрали Адам. Стоп, сестричку. Зачем сестричку туда? А только не говорите, пожалуйста, сейчас не говорите. Нет, все. Да. Ой, ты ж мать, а ты смотри, у меня тут потом. Блять, дротик. Давай тебя. Так, я помню, где-то здесь была труба. Я это помню. Господи, куда это так?
должны быть еще обычные трубки. А я не помню. Давайте собирать эти штуки. Дело. И давайте напомним. Я подумал, нужно взломать. Нам. Вот. Собираем. Да, хорошо. Первая сестричка есть без вас. Я там слышу большого папочку, но это сюда. Да, не должны быть деньги. Отец, Адам, который ты нашел, содержит воспоминания всех, чьи тела лежат вокруг. Обычно увидеть их может только младшая сестричка. Но я могу показать тебе, что пытается скрыть Стэнли. После того, как маму забрали, Стэнли стал главным в парке Диониса. Он потратил все ее деньги, устраивая безумные вечеринки, как будто специально стремился уничтожить ее. Ты в порядке? Следи за бронзовым кольцом, брат. И найди остальных сестричек. Найдем. Я тут бабушку. О, нашел. Так, вон еще одна. Взрубай громилу и хватай девчонку. Объект Дельта всего лишь порядковый номер, амиго. Я много всего сумел про тебя раскопать, когда готовил статью о тебе. Тебя звали Джонни Снаружи, и ты нашел наш город, спустившись к нему в водолазном колоколе. То, как с тобой поступили, просто ужасно. Мы не являемся жителями Востока, мы являемся героем Подожди. Этот виск означает старшую сестричку. Я ни на нее ни претензий не имею. Согрелся на нее, спасибо, но как-то поздновато, я уже умер. Очень большая наша общая проблема. Это ну, ты давай тихо. Ха! А я тебя... А,
ушел. А, вот она. Так, есть удобная позиция. Сверху хорошая. Маловероятно кто-то забраться очень быстро. Хоть подожди, он лестница. Вот ангел. Бежим! Да? Боже, мне видится! Окей. Уже вообще. Так. Это ты! Мы снова будем вместе, папа! Это я как проклятый апрельс. Вот. У меня сейчас подождит. Не понял. Сейчас. 4 сестрички, интересно. Я играл за глючего слова. Подглючил это. Я сейчас есть деньги. Надо покупать патроны. Гранату. Кстати, мать ему маленькая сестричка. Ну, так, то есть я сейчас одну. С это раз разберусь по классу. И тут нету ничего еще. И посадим за следующий. Возьму эту. Эту штуку. Ну, блин, а. Мне бы вот это. Зачем ему маленькая девочка? Я хочу поддержать ее. Я любил тебя. Это тебя не. Папа рассердился. Так. Это по-настоящему. По-настоящему. Прикаешься. Вы ведь никому про это не расскажете. Это все? Мы закончили? Боже мне видится. Так. С первой сестричкой мы закончили. Так, что мы нашел? На аптечку. Попал. Ну я могу, смотрите, знаете, я сейчас могу, конечно, залупить, но я могу с этой собрать ада, ну, сейчас, а не поднять ее, а потом кулу еще. Эта серия очень быстрая идет. Лучше попользуюсь сестричками, собираем адом. Чем больше адом, тем больше у меня. Так, и еще. Идем, папа. Пошли. Он близко. Сюда что ли? Тоже на улице. Я бы еще где-нибудь сжать, это было очень долго. Ты заблуждаешься на мой счет, Дельта. А, точно. Мне нужен Адам не для себя. Элеонора мечта. И ей не нужны ни оружие, ни светские ухищрения. С патронами. С деньгами, что было очень. Давай деньги. Подожди, рано. Рано, это будет. А, да, еще деньги.
тебя не надо? Где-то птичка, если что-то не будет. Так сразу заранее. Собаки, оставь мне девочку! Я тут проходил. Вот почему. Здесь так-то это все разброс. Потому что я уже собирал адр. Может быть, как-то все разбили, я собирал здесь. Так, окей. Я тогда была очень мала и напугана, но выступила против Стэнли. Сказала, что расскажу маме, что он натворил. Он запаниковал и продал меня в приют. Я сопротивлялась. Помню, что укусила его за руку, но... Отец, это из-за него из меня сделали младшую сестричку. Так, да. Тут у нас был плохим человечком. Что-то не сделал, как говорить. Видишь, ангел? Привет. Ты был простым подводным исследователем, хоть и очень смелым. Но Райан был уверен, что ты шпион. Поэтому тебя немедленно взяли под стражу. И стерли все упоминания о тебе. Даже само имя. Прощай, Джонни, снаружи. Привет, объект Дельта. Да как вы посмели, убили меня, стерли обо мне все. Когда все это будет позади, мы разделим между собой трофеи из восторга и осядем на собственном острове, сынок. Подумай только, все сильные мира сего окажутся перед нами на коленях,
протягивая вместо цветов пачки денег. Или это он отчасти промахнулся? Давай потанцуем с ним, папа! Где мой... О! Где-то тут должен быть проход. Чё, не понял я об этом еще. Нам просто на них пока рано было. Это не обед. Я поговорить с покоем. Не знаю. Если бы мне сейчас это включить. Стрельба. Я не могу тебе, у меня тут место только для нее.
это мелодия, например. Тебе не какая-то ночлежка. Получи. И просто. И третья сестричка есть. О. 20. Шо. Быстро. Элегантно. Справедливо. Ужасно. 530 атомов. Вау! После моего исчезновения, Стэнли окончательно превратил маминых последователей в животных. С появлением слухов о ее возвращении, он понял, что во всем обвинят его. Тогда он нашел способ заставить их всех замолчать. И теперь он пытается это скрыть. Вот ты гадюк. Ну вот и все. Старая грязь надежно скрыта, и Лэмп ничего не узнает. Эй, возвращайся. Я открыл для тебя станцию. Только помни, если Лэмп тебя поймает, молчи об этом. Дельта, похоже, наш конфликт интересов огорчает Элеонору. Ради нее я попросила своих людей сделать так, чтобы ты не страдал. Я принимаю на себя всю ответственность за весь гнев, что ты ощутишь перед смертью. Доктор Лэмп накаляет атмосферу, командир. Скорее на станцию, нам пора ехать. Очаровать своих противников. Внимание! Дружеские узы не всегда крепки. Это... Я просто данной способностью пользуюсь. На перемещение. Ну и тут комфортно. Если мы сейчас начнем еще раз драться, тратить хп, тратить патроны, Доктор Лэмп пытается завоевать город, оказывая покровительство творческим личностям. Мыслителям, в чьих произведениях выражается протест против Райана. Здесь, в галереях парка, их творчество доступно широкой публике, и никто не предъявляет Лэмп никаких обвинений. Невероятная дерзость для восторга. Все равно, что лагерь нудистов, где каждый носит только головной убор. Мне кажется, очень скоро сюда нагрянут молодчики Райана. И тогда я, наконец, перестану бояться. Объект Дельта. Я узнала о предательстве Стэнли много лет назад и давно простила его. Но ставя Элеонору под угрозу, он сам решил свою судьбу. Знаешь, ведь это Стэнли сдал тебя Райану. По его вине ты стал таким, как сейчас. Пост охраны сейчас открыт, и ты можешь отомстить. Господи Иисусе! Так Лэмп знала? И позволила мне болтаться здесь? О, боже. Послушай, приятель, поезд тебя ждет. Просто отпусти меня! Нет. Я думаю, ты заслуживаешь смерти. Отпошел, мамочки. Пока.
человеком. Ты нас стал, ты со своим стал. И ты нашу дочку обидел. Прощай! Ладочка, ребят, ну дальше не молодцы. Да уж. Ну, то есть мы все-таки не являемся героем прошлой части. Мы просто исследователи глубин. Мы нашли восторг. Мы в него зашли и нас сдали. Не превратили в большого бабочку. Интересно, в конце игры с нас снимут костюм? Сможем понять поверхность. Ну, не уверен, потому что голосовой модулятор, он фрёсы сляж в горло впивается. Я помню, когда мы играли за большого папочку, первую часть, но, чтобы установить, надо было в горло имплантировать. Но. Ну вот и всё, командир. Приехали. Там было неприятно. Здесь и держат Элеонору. Её мать использует Адам, чтобы впихнуть в бедную девочку все умы и воспоминания в восторге. Думает, это сделает ребёнка святым. Если я прав... Элеонора сейчас где-то в темных подвалах штаб-квартиры Фонтейна. И чтобы ты не помер, нам нужно поскорее ее отыскать. Этот комплекс теперь принадлежит городу, а точнее Район Индустрис. По крайней мере, до прекращения беспорядков. Досадно, что пришлось пойти на такие меры. Чего? Но должен признать, мне приятно владеть этим зданием. Фонтейна больше нет. Лэмп больше нет. Или почти нет. И я, наконец, один. Наедине с моим братом. Заверните этого, сестра. Выходи! Не прячься, вор! Я передаю тебе милый. Если вы спросите, с чего я удивился? Свет под водой. Это значит, что на поверхности. На секунду, что видно. Лэнд смотрит за мной. Ну, в это сюда попасть, но он вроде. А если вот так? Как-то в шаге от свободы, по-моему, обратно. Октября 1967 года. Здравствуй. Меня зовут Гилберт Александр. И к тому времени, как ты услышишь эту запись, я сойду с ума. Ну, это понятно. Я веду эти записи заранее, в надежде, что это поможет тому, кому придется иметь со мной дело. Мое следующее сообщение... Ожидает тебя за постом контроля безопасности. Биосканер проверит, что ты находишься в достаточно здравом рассудке, чтобы услышать его. Гил Александр. Насколько я помню, он участвовал в разработке больших папочек с самого начала. Вероятно, он приложил руку к тому, что случилось с Элеонорой и тобой, сынок. Интересно. Так, проверяю. Я не уверен, но мне кажется, под водой тут драк нет. Столько бы я уже играли, но никакого оружия не чужу. Даже достать. Ну,
понятно. То есть под водой дурак не получился раз. Сколько раз бы мы не гуляли, то мы давали его сражаться. Давали бы оружие под водой. А это свидетельство только о том. Только о том, что под водой дурак не сражение будет в зависимости от ждем или нет. Уволен, you fried. За патроны спасибо. Он крадет офисные принадлежности, воришка. Корпоративный Адам из запасов компании. Я видел, как... Для остальных из вас это послужит уроком. Кто здесь у нас вернулся, чтобы вновь набить карманы гениальными продуктами коктейля? Сэр, ведь корпорация — это я! Я, Алекс Великий! Компания — это организм, друг мой, и я могу спустить тебя в океан легким движением руки. И то он их приманил. Алекс Великий? Черт побери, это должно быть Гил Александр. Тот, кто оставил сообщение, которое привело нас сюда. Да он безумен, как мартовский заяц. Это сложно. Определение уровня допуска. Опознание завершено. Объект клинических испытаний. Класс – защитник. Идентификатор – Дельта. Статус – покойный. Ошибка. Обновление статуса. Пожалуйста, подождите. Что такое? Мой секретарь за тебя поручился. Дэй, так ты один из наших бывших защитников. Ты прекрасный,
продукт, Дельта. Отличный продукт. Созданный на века. Ты сразу уж не смотри, но, по-моему, один из твоих старых коллег хочет отпраздновать с тобой возвращение в офис. Это еще кто? Сейчас еще 5 минут, если не получится. Да, у меня еще концентрат. Да. Надеюсь, у него будет, как обычно, у всех. Серия Альфа уязвима для бронебойки. Идентификатор Дейт. Статус обновлен. Статус актив. Доступ разрешен. No. И снова здравствуй. Я подвергся массивному воздействию Адама. К тому времени, как ты услышишь эту запись, я приведу все системы защиты данного объекта в полную боевую готовность. А потому, друг мой, тебе придется обезвредить их и убить меня. Поверь, если бы только я мог сделать это сам. На этой радостной ноте можешь также воспользоваться диктофоном за этим экраном, чтобы обойти защиту с использованием распознавания голоса и попасть в помещение службы безопасности. Пароль – Агнец Божий. Агнец Божий. Произнесите пароль, чтобы войти. Агнец Божий. Доступ разрешен. Добро пожаловать, Гил Александр. Я все слышал. Мой образ – собственность компании. Дельта, как и ты. Не вынуждай меня разбирать тебя на части. Да чего вынуждай меня с любым хорошим глазом. Произнесите пароль, чтобы войти. Я предупреждал тебя. А за окном все льет и льет. Будешь небольшой толчок, чтоб ты приятен стал. Будешь умен и будешь крут, Фонтейн, наш светлый путь. В доступе отказ. Пожалуйста, говорите отчетливо. Автоматическое отключение на 60 секунд. Своим ужасным пением он не дает сработать голосовому замку. Попробуй лишить его контроля над системой охраны здания. Дельта, ты теряешь время. Отдел охраны вне рамок твоей квалификации. Если ты так хочешь помочь, давно пора как следует вымыть туалеты. Вот пара менеджеров, которые с радостью тебе помогут. Время – деньги, проклятый паразит! Ты что думаешь? У меня эти прайм
они даже не поцарапали. Ссылка на плейлист группы ВКонтакте и мой Twitch канал. Что ж, ребята, всем спасибо и всем пока. Как видите, стараюсь быть хорошим, даже когда меня не очень.